добренько. Всем добренько. Все, приступили, грохнули. Не, мы ничего не грохнули. Мы с вами посидим нормально. Здравствуйте, дорогие друзья. Олежа, хорошего стрима. Спасибо, Клаксер. Вот. Сидим мы с вами немножко. По просьбам включил наш любимый перекресток Соединенные Штаты Америки. Лучшая страна на свете все-таки. Что ни говори. Я очень сильно ценю и уважаю. Будем смотреть мою любимую Америку. Все как положено. Вот. Соединенные Штаты. Ламповая атмосфера. Всем приятного просмотра. Привет, Олег. Очень нужна твоя помощь в метро Комендантский проспект. Угу. Похоже, прогорели розетки. Нет питания на удлинителе. Угощу горячим кофе. Посмотрим твои стримы старые, потарахтим на кухин в попке. Спасибо, спасибо, но я по заявкам не выезжаю дополнительно, меня только это. У меня своей работы навалом. Так, доброго вечера, Олег. Почему камеры именно этих городов? Это американские города? Intel раскрыла 4-летний план выпуска процессоров и продемонстрировала работу 24-ядерного образца Raptor Lake. Твою мать, хорош, слушай. С архитектурой ARC, нифига себе. T-GPU, видите, уже тоже будут вставляться новые графические ядра на ARM архитектуре. Не, никакой ARM, блять, ARC. Блин, ну прикольно что. Новые графические ядра. Ультра лоу пауэр. Низкое энергопотребление. Intel провела ежегодное мероприятие для инвесторов, в котором представил долгосрочные стратегии по выпуску процессоров. Перешла, так, в 2021 году компания перешла на техпроцесс Intel 7 и поддерживает, используя его в семействе Rocket Lake 22 модели. Значит, Meteor Lake, который более новый процессор, который будет выходить в 2023 году, будут изготавливаться на узле Intel 4, который обеспечит плюс 20% производительности на ватт. Arrow Lake, 24 год, на Intel 3 с приростом на 18% относительно предыдущего. В 2024 году компания намерена перейти с нанометров на Angstrom с помощью техпроцессоров Intel 20A и 18A и транзисторов Ribbon FET. По словам генерального директора Пэта Гелсингтона, это позволит Intel догнать конкурирующих производителей вроде TSMC и получить техническое превосходство над AMD. Это да. Видите, они переходят от нанометров на новую систему, вот это вот исчисление величины транзистора. Конечно, запутано, блядь, все пиздец, хрен поймешь. Что у меня запрос? У меня 11700 процессор. И я просто его недавно сравнил вот с новыми процессорами Intel, блядь, особенно вот с K. Типа просто 12700, 12700K, что-то он там прям по синтетике, по всей вот этой вот... Если просто, ну, вы знаете, как в Яндексе пишешь, типа там... Там 12700, там VS, там 11700, и там тебе на кучу сайтов, где есть вот эти вот полоски тестирования, насколько там процессор тот или иной быстрее. Чуть мой процессор сосет, блядь, там. Intel пообещала выпустить 4... Блин. Сейчас. Intel пообещала выпустить 4 миллиона видеокарт для конца 2022 года, объявила... А работает над аналогом RTX 3090. Ни хрена себе. Правильно настроить, чтобы она была ровная, квадратная, там прямоугольная, вернее.
И все нормально за счет пульта, потому что там полностью механизирована система линз. А в более недорогих проекторах там ты заебешься, там ты надо вот этими механическими колесиками, регулировками подстраивать, чтобы у тебя картинка какая-нибудь была нормальная, не кривая и так далее. Это все пиздец геморрой. А здесь ты просто поставил его на полку телека и кайфуешь. При этом еще зачастую в него встраивают динамики, прям переднюю стеночку, и у тебя даже звук с него идет. Видите, то есть у нас трехмерное изображение на маленьком экранчике довольно. Но оно именно трехмерное, то есть и оно без всяких очков. Вот. Особого упоминания заслуживает процесс взаимодействия данного дисплея с персональным компьютером, Компьютер, к которому подключена перспектра через интерфейс SCSI, пересылает 3D-изображение в растровый механизм, исполненный на базе процессора TMS320 в той же Texas Instruments, необходимый для обработки графики. Как только данные растеризованы, они передаются в графическую память типа DDR или SDRAM, емкость 3 гигабайта. Память поделена на два буфера, каждый из которых может содержать 192 участков изображения размером 768 на 768. Бэха, троечка, в максимальной комплектации, лонговая версия, чисто на посадке, на моднявых дисках, со светодиодной оптикой, бомбическая тачка в эксклюзивном черном таком цвете, называется Visual Double Black. Вот такой цвет. 350 тысяч. И двери открываются, как у Rolls-Royce, передние причем. А салон, изысканный велюр. Так, все играют в Horizon Forbidden West, или как он там называется, а я играю в Kinetoon. Вот это охуенно, да? Все, главное, стримеры реально херачат Horizon просто на позитиве. Новейшая игра на пятой плоечке. А Лежа играет в Kinetoon. Вот так вот. Серьезно, однако. На эмуля... Нет, не на эмуляторе. Сегодня мы играем на оригинальной сэшке. Вон она у меня сзади меня стоит. Вон она, видите? Вот эта девочка стоит. Вот она, красавица. Сэшка. Сэшка оригинал. Да, блядь, куда вебка делась? Сука, я ее просрал. Просрал, нахуй. Сука. Вебку прохерил, вебку. Как мне ее теперь перетащить-то нахрен обратно, сука? Ну, блядь. Придется новые добавлять нахрен. Вот так вот. Зараза, блядь. Ёбаный рот этого казино, блядь. Как так можно было просрать вебку, я поражаюсь просто. Ладно, сейчас. Нихера себе, вот это приколы. Да, блядь, ёбаный рот, я на него прыгнул нормально. Какого черта? Да, сука, ты опять под ноги мне лезешь, тварь. Пархатый. Так, ну это мы удачно спрыгнули, конечно. Так. Да блин, достал ты меня. А вот это что там 6 внизу? Вот это, наверное, блин. Да бляха-муха, черт.
Попробуй попади. Да что ты? Я опять продамажил. Ну ты посмотри, что делает, а? Ну, не изверг ли, а? Да блин, ты елки-моталки, а? Вот это что за желудь? Во, вот это вот восстановление жизни было. Это хорошо. Блять, туда не прыгает, что ли, ни хрена? Ну, там закрыто, видно. Блять, опять он сейчас взорвется, нахрен. Все нормально. Так. Так. А это что такое? Это, наверное, это, чекпоинт, типа. О! Полегче, дядька. Дядька. Полегче, полегче. Сейчас на этого спрыгнем, подождем. Игрок от Бога, согласен. Есть такой момент, блин. Так. Казалось, быстрее, пока этот хер не ушел. Он жучка взял. Так, что дальше? Да, идем. И одного жучка взял. Какой-то разноцветный жучок. Да блин, ну что ты, сука? Козел. Так, нифига себе тут бегемотики. Смотри, какие. Ух ты! Ух ты! Нормалек. Так. 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 Да, блядь, и умер. Жопошники! Да будьте жопошники, блядь, Амоха! Жопошник, ты тоже жопошник! Да блин, я сейчас сдохну, и у нас будет этот ердык, блин. С первого уровня начнем. В старых играх там так. Либо сдох и... Да блин, ну что это за недопрыги, недолеты пошли, я не понял. Так нельзя, это не серьезно. Блин. У меня две жизни осталось, нахуй. Ну да. Да ну как ты не долетаешь-то, елки-моталки, а? Ну это издевательство какое-то над человеком. Да достали меня с этой херней, блядь. Ты можешь... Да ты, блядь, издеваешься, ты сволочь. Три конта у меня, блин. Ну как так-то, блядь? Почему не долетаешь-то, зараза? Ракообразные они такие. То... Дальше жирафов не пройдешь, блин. А почему? А как вот до этой... Блять. Что за хуйня, блядь? Почему у меня не получается? Извините. Да ну как, плеха-муха, я прыгаю, сука, он не долетает, ни хрена, блин. Что за фигня, блядь? Наконец-то, блядь. Да, блядь, ёб твою ж налево, мать, извините за мат, я не могу. Что за недолеты-то, а? Да мать твою! Так. Чё он оказался? Еще сейчас сюда. Ага. Надо как-то тут дальше туда вот. Специфическая игра. Да мне, может, не сюда надо-то. Рычина розовых обезьян. Ничего не, что происходит? Они просто перемещаются. А, они типа...
А, я понял, они типа меняют это самое. Так, надо вот эту обезьяну нам поменять местами. Вот так, наверное. О боже. Вот это да. Ни хрена себе. Блять, ёб твою мать! Как так-то? И чё, и опять с самого начала? Серьезно? Да как так-то нахрен? Чё, там чекпоинта не было, что ли? Тут же пиздец, как, блядь, пропрыгать на этих... Так, ну ты же смотри-ка, у меня со второго раза уже хорошо получилось, с первого раза. Вот это да. Приноровился, слушай. Так, все, поехали. Так, все. Не знаю, конечно, получится на этот раз, нет? Да, блядь, что-то какая-то хуйня получается. А, сука. Может, там не надо два раза прыгать, чтобы он не спрыгивал с этой... Ибо не надо на страусах два раза прыгать. Да ну что такое, а? С этими, блин, прыжками я ни хрена не могу совладать. Ну, конечно, перелет нахрен. Вот, посмотришь с виду, как кто-то проходит, скажет, да ну херня, что-то сложного. Как только попробуешь сам поиграть, и охереешь, блядь, то, что от постоянных недопрыгов, недолетов и прочего. Нахрен. Да елки-моталки, что ты будешь делать там? Вот так. Ой, блин. Так. Надо вот с этим страусом разобраться. Я какого хера-то, блядь? На страуса. Прыгать. Двойной прыжок использовать, чтобы он что-то там перепрыгнул, я так понял. Я даже не понимаю, кого он там перепрыгивает вообще. Вот этих бегемотиков сраных. Ага, двойной прыжок. Это типа надо приземлиться обратно на страуса, чтобы... Ни хера себе, блин. Короче, последний раз пробую. Если не зайдет, то значит не моя игра. Значит, не моя игра. Так, ну сейчас, допустим, получилось с первого раза. Тайские пазлы и присобирай на пене. Ну, пожалуй, я от этого откажусь, от вашего предложения по поводу китайских пазлов.
Блять, что за хуйня? Че он там упирается в дерево, что ли? Я ни хрена не могу понять, во что он там вообще упирается-то. Прыгивает-то, перепрыгивает-то. Они вообще как будто на заднем плане как бы стоят, то есть. Вот здесь что он пригибается по факту. Да блять, ёб твою налево душу мать-то! Какого хера страус улетает? Сука! Ну что за блядство называется? Сука! Хрен пройдешь, блядь! Извините за мат. Давай попробуем. Эй, сука, блядь. А взрослого дядьки уже реакция просто тайтали не та, понимаешь? То есть, когда ребенок, у него и реакция выше, и замечает он все быстрее, поэтому и играет проще. А я, во-первых, блядь, после работы, во-вторых, реакция херовастая. Тайминги не попадаю. И все, и кирдык. Тайминги — это не мой конек. Во. Да сука, блять, один раз получилось, нахрен, второй раз сдох, чертовой матери. Зараза. Давай попробуем еще разочек, а? Игра-то неплохая, блин. Сука. За 3 минуты парень говорил, проходит ее. Этот уровень за 3 минуты проходится. Давай попробуем, блядь. Пройдешь тут за 3 минуты, блин, когда дохнешь, как скотина. Надо будет как-нибудь нам игровой стримчик. Надо Demon Souls, во-первых, блин, да проходить уже. Я все его откладываю. А надо его уже пройти будет. Не знаю, наверное, на 2 стрима там осталось соуса. Хотя, может быть, не на 2. И поскорее уже Flow 2 начинать на реализме. Убей всех с этим с бесконечным боезапасом. Ё, блядь, вашу ж мать нахрен! Хрен поймешь, куда там прыгать. То ли вниз пригибаться, то ли вверх. Я по этим текстурам не могу понять, что от меня требуется. То есть визуально эти деревья для меня все одинаковые. Я не пойму, там присесть надо или перепрыгнуть. Хрен поймешь, блядь, что от тебя требуется-то, собственно. Он каждый раз стрелочки рисовал, ему. Да, блядь! Ну да, наверное, там присесть. Потому что выглядит как зеркало. Ага, все, прошел, смотри. Так, еще тут дальше. А, блядь! Ёбаный рот, сука. Да ёбаный рот ты, ёшкин кот! Извините за ман. Вроде вот прошел уже один раз, понял, как это делается. Теперь легко. Сейчас с этими блядскими хвостами, блядь, заебусь.
Сначала одно ебался, типа, сейчас другое буду ебаться. И так вот каждый раз, типа. Потом каждый раз учишься вот то или иной момент проходить, и проходишь уже нормально. Да ну что ж ты будешь делать-то? Вроде ж, блин, нормально прыгнул. И с этими играми всегда так получается. Да ну как, мать твою, ты прыгаешь-то нахрен не на хвост, сука? Доброй ночки. Ты Добренькой. окончательно забил на Souls. Не аноним, я соус не забил. Он обязательно будет еще, так что. Да ну! Извините. Минут 10 пятого утра. Минут 10 пятого утра. Доброе утро.